Дорогие друзья, телезрители и радиослушатели, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссеры Мария Новгородова, Аял Слепцов, а в нашей студии гости. Руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия и моя соведущая сегодня Рита Якушева и преподаватель по финансовой грамотности Айлана Осипова. Мы сегодня будем говорить, как всегда, об актуальном, о деньгах. И тема нашего эфира звучит так: финансовая грамотность для детей и для взрослых. Лично у меня вот есть сразу вопросы, не то чтобы нужно на них сразу ответить, а вообще о чем я думала. Может ли научить взрослый, который не обладает финансовой грамотностью своего ребенка, финансовой грамотности? И есть ли еще такая генетическая финансовая грамотность, когда в роду были богачи, например, и человеку, в общем-то, особо не надо ничему учиться, он просто по наитию как-то вот живет, что все хорошо у него и все в порядке с деньгами. Относительно себя и вот тех знаний, которыми делилась Рита активно в прошлом году со мной, да, с нашими слушателями и зрителями, не могу сказать, что я сильно продвинулась, но у меня перестало быть время тратить деньги. Я вот никак не могу даже себе поехать и обновить гардероб, и вот в Новый год в том же, в чем и в старом. Вот, не знаю, это про финансовую грамотность или нет, потому что все равно какая-то сумма у меня сбереглась совершенно случайно. Может быть, это вот как-то так интуитивно послужила эта информация для меня. Слушателям и зрителям я хочу напомнить, что мы в прямом эфире 3200066, 3211166. Это телефоны прямого эфира, по которым вы можете присоединиться к нашему разговору и задать вопросы, и, может быть, рассказать о каких-то своих успехах в теме финансов. Но сейчас я передам слово Рите и буду слушать и продолжать знакомиться с финансовой грамотностью в новом году. Да, здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, Светлана. И я, наверное, сразу отвечу на ваш последний вопрос, касаемо того, что вы не потратили определенную часть денег, да, если вам удалось ее сохранить. Скорее всего, вы все-таки поставили перед собой немножко другие приоритеты. Скорее всего, ваши приоритеты, они были как раз правильно расставлены, и вы на уровне подсознания как раз пришли к тому, что вот это вот ваш уже второй шаг к финансовой грамотности. Первый ваш шаг был как раз с кредитными картами, да, когда вы сделали... С удовольствием их разрезала, да, просто с кайфом. Да. Вот. А второй шаг — это уже был пересмотр конкретно по расстановке своих приоритетов. То есть вы выбрали для себя более значимые для вас вещи, чем шопинг. Вот. Не такой уж я безнадежный ученик. Ну, поэтому, значит, да, даже в моем возрасте можно еще немножко поправить положение. Да, не зря я работаю, не зря работают мои коллеги, которые тоже являются волонтерами, которые тоже несут именно информацию по финансовой грамотности в массы. Вот. Ну, конечно, в первую очередь я бы хотела поделиться теми итогами, да, которые мы провели за то, по тем мероприятиям, которые мы провели за прошлый год. У нас был охват более 55 тысяч человек. И это просто замечательно. Это замечательный результат, потому что планово мы рассчитывали охватить 25 тысяч, а у нас получилось охватить два раза больше. Да. Потому что ближе к концу года к нам присоединились наши волонтеры, и очень активно у нас стали проходить мероприятия. И благодаря вам и вашей работе, и благодаря поддержке информационной наших, республиканского телевидения в частности, и радио в частности, да, нам удалось все-таки привлечь внимание населения, и мы увидели, что идет интерес, и вот этот интерес, и вот этот результат, даже вот на вашем примере, да, он нас очень радует. Мы просто каждый раз радуемся, когда кто-то приходит именно к тому, что начинает осознанно управлять своими финансами. Вот. Ну, смотрите, вопросы-то, в принципе, да, у людей они не заканчиваются вот такого плана. Как можно себе ни в чем не отказывать на зарплату в 30 тысяч, да? Как можно быстро погасить ипотеку и как можно быстро мобильно заработать? Причем желательно как-то не очень напрягаясь в этом. Ну, это, в общем-то, нормальные же желания и правильные. Конечно, конечно. Чего уж убиваться, да, правда? Да. Абсолютно нормальное желание, и можно сказать, что при грамотном распределении своих финансов, своих денежных средств, да, при том, при осознанном распределении, просто когда ты начинаешь считать доходы и начинаешь рассчитывать свои расходы, вот тогда идет осознание того, на что, в принципе, я способен. И когда мы начинаем
достигать целей не только за счет привлечения заемных средств, а когда мы приучаем себя копить деньги, тогда вот как раз приходит совсем другое осознание. Тогда мы начинаем себя, ну, где-то хвалить, скажем так, да, когда мы где-то сэкономили и накопили на что-то и приобрели эту вещь самостоятельно, не беря в кредит, скажем так, да. Поэтому человек уже получает какую-то уверенность в себе и начинает верить в то, что он может. Он может найти выход из любой, казалось бы, безвыходной ситуации, потому что мы же не учим только, допустим, управлять собственными деньгами, мы даем информацию о том, как можно получить и дополнительный доход, как монетизировать свое хобби, как можно получить, допустим, поддержку от государства в виде социального контракта и так далее, и так далее. То есть таких вообще на самом деле безвыходных ситуаций, ну, мое личное мнение, что безвыходных ситуаций не бывает. Всегда можно найти выход из любой, вообще даже, казалось бы, безвыходной ситуации. Вот. Ну, вот сегодня мы готовы продолжить, да, вот в этой теме обучаться. И те, кто нас слышит, и мои коллеги, и я, и те, кто нас смотрит и слушает по ту сторону экрана эфира, слушатели и зрители. И я думаю, что будет верно, если это будет некой традицией, вот такие уроки финансовой грамотности. Вот в нашей передаче я буду рада, что если мы будем сотрудничать вот так уже как-то постоянно, систематически, потому что вопросов действительно у людей очень много, но самое интересное же поговорить про деньги. Конечно. Одно из самого интересного. Конечно. Не самое, но одно из. Тем более сегодня вот мы пригласили со мной вместе присутствовать Илана Анатольевна, она является методистом регионального методического центра, который как раз работает по обучению преподавателей финансовой грамотности. Это вот, получается, новое же получается направление преподаватель финансовой грамотности, да? Вот, ну, не такое же там новое, но все равно. Да. Айлана Анатольевна, расскажите. Да. Да, разрешите тоже для начала поприветствовать всех телезрителей, кто нас сейчас слышит и видит. И, как верно сказали, да, я представляю цикловую комиссию «Финансы и банковское дело», работаю в финансово-экономическом колледже и параллельно также являюсь преподавателем регионального методического центра по повышению финансовой грамотности, ну и, конечно же, волонтером по финансовому просвещению. Я хочу сказать, что я очень люблю свое дело, которое я делаю, да. Вместе со мной в команде трудятся весь практически педагогический состав, которые неравнодушны к финансовой грамотности и делают это благородное дело от себя с большим желанием, с большим рвением помочь другим людям, да. Поэтому мы, осознавая вот свою миссию, помогаем и несем в массы продвижение и к обучению вот именно к основам финансовой грамотности, да, что приведет их в жизни идти в ногу со временем и принимать именно вот верные решения по поводу большого и разнообразного мира финансов, потому что он достаточно сложный, он простой, и финансовую грамотность, несомненно, необходимо начинать независимо, да, в каком возрасте пребывает человек. Мы понимаем, что человек, он по жизни идет по ступенькам, да, вот он родился, он пребывает в детстве, потом он идет в школу, потом он обучается в колледже, в вузе, он студент, ну и потом уже вовлекается в самостоятельную взрослую жизнь. Чтобы стать финансово благополучным человеком, чтобы обходить стороной какие-то противоправные мошеннические действия, да, которых прямо с каждым годом растет, вообще вот элементарно правильно, разумно и рационально использовать свои личные финансы, как распоряжаться ими правильно, это вот мы должны именно глубоко в корне начинать изучить с детства, да, потому что, ну, сейчас наше поколение, оно не то поколение, как было прежде, да, допустим, в советские времена. Сейчас ребенок уже начиная с 2-3 лет, он реально осознает, воспринимает окружающий мир, он все это оценивает и впитывает больше информации, причем даже в большом количестве. Поэтому есть такой факт, что родители говорят, что сейчас пока рано, да, что они много в этом не смыслят, не понимают, не пришло время. Это немножко неправильное утверждение, поскольку я говорила, они очень хорошо воспринимают, дети, как говорится, сейчас поколение YouTube, да, современных гаджетов. И вот смотрите, и ребенок, извините, что перебила, он же, конечно, практически вот как начинает говорить, да, он начинает просить, я хочу вот это, я хочу вот это.
это, да. И понимает, что вот это или вот это можно купить за деньги. Как правильно тогда давать ему деньги? Ведь до сих пор еще некоторые родители сомневаются, как-то финансово ребенка поддерживать, допустим, чтобы он изучил там предмет, да, или получил хорошую оценку. Нужно ли за это и его как-то стимулировать финансовым каким-то вознаграждением? Да, здесь важно понимать, что нужно учитывать, исходя вот в какой-то возраст, да, ребенок 2-3 лет, то есть это дошкольник, либо это школьник. Расскажите, вот. Здесь немножко методика отличается, подача материала будет совершенно иной, и мы понимаем, что ребенок, который посещает детский сад, либо учится в начальных классах, он еще не созрел, его ум не воспринимает, допустим, тему инвестиций, да, которая, кстати, на сегодня очень актуальна, она просто сейчас модна, она в тренде, да, то есть я имею в виду вот вложение денег в те же доходные ценные бумаги, например, да, валюту там и так далее. И ребенку вот с малых лет, когда он находится в дошкольном возрасте, в начальных классах, мы должны научить их, что есть труд, что каждая профессия, она важна, она нужна, и каждый труд, она оценивается, она вознаграждается, что родители, работая, они получают заработную плату, да, это заработная плата в совокупности там стипендий, да, допустим, братьев, сестер, которые обучаются в колледже, либо там в совокупности еще с пенсией бабушек, дедушек формирует семейный бюджет, да, и что из этого семейного бюджета семья тратит деньги. То есть есть определенные статьи затрат, да, и детям необходимо понимать, что, получая зарплату, мы не всегда должны, ну, не всегда имеем возможность удовлетворять свои желания, потребности, да, то есть дети должны понимать, что есть коммунальные расходы, да, то есть мы содержим свой дом, мы содержим свою квартиру, оплачиваем счета, да, по коммунальным услугам, семья оплачивает, погашает кредиты, мы также оплачиваем вот за тот же интернет, да, за пользование смартфонами, то есть это наши траты, причем это обязательные как бы статьи, да. Есть какие-то непредвиденные расходы, там, не дай бог, член семьи заболеет, да, надо, необходимо покупать лекарства, а лекарства тоже, да, стоят денег. И вот они должны понимать, что деньги, они не бесконечны, они свойственны кончаться, и для того, чтобы разумно их тратить, надо их тщательно планировать, да, прямо разложить по полочкам. И надо детям давать возможность, чтобы они тоже приобщались, да, к семейному бюджету, чтобы они имели тоже свое как бы слово. Нужно давать карманные расходы, если это дети уже среднего звена, допустим, да, потому что именно распоряжаясь карманными деньгами самостоятельно, они будут уже начинать стараться их разумно с умом тратить. Вы говорите о такой же уровне осознанности у ребенка, да, я не знаю, как ее достичь, потому что все равно ребенок увидит, что у друга, да, есть какой-то там дорогой гаджет или комп, и скажет: мама, я хочу, ничего не знаю, хочу, и все. О том, как правильно ответить ребенку и как его дорастить до осознанности, мы поговорим буквально через 2 минуты. Сейчас на короткую рекламу уходим, не теряйте нас. Дорогие друзья, мы снова в эфире. В нашей студии руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия и моя соведущая сегодня Рита Якушева. И гость студии, преподаватель финансовой грамотности Айлана Осипова. Мы говорим о том, чем отличается финансовая грамотность, уроки финансовой грамотности для детей и для взрослых. И вот сейчас во время рекламы мне очень понравилась мысль, которую озвучила Рита, что чтобы у ребенка была осознанность в этой теме, важно, чтобы родители сделали прозрачными семейные доходы. Это, мне кажется, очень верно, да, потому что, в принципе-то, обычно обрубают, какая тебе разница, там, сколько да. получают, вот это вот в обиходе, не заглядывая в чужой карман, да, вот такое вот да. все. И эта тема, как будто бы, она вуалируется, и это что-то такое, о чем тебе еще рано говорить, или ты не должен вообще об этом говорить и знать. Вот у тебя есть, ты одет, ты обут, и до свидания. А если родители будут рассказывать, что вот смотри, моя зарплата такая-то, да, у папы там такая-то, или папа будет говорить, у мамы такая-то, то, что ты хочешь, стоит столько-то, да, вот коммунальные расходы, это вот так и вот так. То есть такой открытый диалог с ребенком, наверное, его очень подкупит в плане того, что он будет тоже вот, ну, с пониманием относиться к тому, и, что происходит. Да, и, совершенно верно. Да, и подкупит, и заставит его тоже задумываться, если, например, он будет понимать, что у родителей небольшой доход. Даже если у семьи небольшой доход, в первую очередь нужно обговаривать это все с детьми. Потому что дети в первую очередь должны понимать и как раз идти навстречу своим родителям не вразрез
их возможностям, скажем так, да. Вот. И мы всегда говорим на наших уроках, когда мы говорим о финансовом планировании и ведении семейного бюджета, мы говорим о том, чтобы за чашечкой чая раз в неделю собираться и как раз обсуждать хотя бы недельные. Первое время можно обсуждать просто недельные расходы. Что мы будем даже возможно, составлять меню. Вот. А потом уже, когда привыкают уже к обсуждению таких финансовых вопросов, уже можно углубляться, уже можно расширять свои возможности, скажем так, да, и планировать уже на более длительный срок, там, от одного месяца до целого года. И почему вот сейчас Новый год прошел уже, да, многие же уже готовятся, наверное, начинают, финансово грамотные люди, по крайней мере, да, они уже начинают готовиться к следующему Новому году, то есть они уже себе оптимисты. Поставили. Да, потому что, смотрите, каждый месяц можно откладывать небольшую часть средств, допустим, на новогодние подарки, и за год накопить определенную сумму, которая не принесет такого урона, допустим, да, для семейного бюджета, вот, именно в Новый год, именно в сам праздник. А наоборот, окажет такую колоссальную поддержку семейному бюджету, и семья встретит Новый год с тем новогодним столом, который они запланировали, с теми подарками, которые они себе уже запланировали и купили, и все довольны, и дети, и взрослые, и все, и все. И, в принципе, такой вот подход как раз дети тоже поддержат. Потому что им будет интересно. Вот. А Илана Анатольевна, она же сказала как раз, что карманные деньги как раз вот надо давать детям, чтобы они умели распоряжаться. Часть карманных денег они могут откладывать уже, в принципе, и так. А сумма карманных денег, она как должна, вот насколько она должна быть высокой или стабильной, или от чего-то она должна повышаться или понижаться, или как? Но тут уже зависит от родителей, конечно, от их возможностей. Вот, смотрите, но когда, например, на одном из уроков мы говорили о том, что даже если откладывая 200 рублей в месяц, не в месяц, а в неделю, да, допустим, 200 рублей в неделю всего, мы можем накопить достаточно хорошую сумму к Новому году. Вот задание нашим зрителям, пожалуйста, посчитайте, если вы раз в неделю будете откладывать 200 рублей, это в месяц 800 рублей, то какая сумма у вас получится к Новому году? Начиная с января. Как-то не очень вот, ну, понятно, потому что все равно деньги там на карте, как это вот брать, откладывать куда-то? Для меня вот это вот, ну, лично для меня очень сложно. А детям интересно. Детям, да, возможно, что им же будут, хотя почему им могут также на карту перекидывать родители, это тоже может быть там. А как вот с позиции вот финансовой грамотности, вы смотрите, допустим, на такие истории, когда дети хотят помочь своим родителям, они видят, например, что, ну, допустим, там мама одна, да, воспитывает там двоих-троих детей, или же видят, что просто у родителей низкий доход, и они ставят себе целью вот не учиться пойти, да, вот сразу там работать или заработать, то есть помочь маме и папе, например, помочь там вот им справиться там с младшими братьями и сестрами. С позиции финансовой грамотности, насколько это грамотно для ребенка? Ну, именно такое кардинальное решение, я думаю, что оно, ну, немного неверно, да. Просто здесь уже ребенок будет исходить от возможностей родителей. То есть он будет учиться лучше, чтобы родителям не пришлось тратить деньги на платное обучение, допустим, да. То есть в этом плане можно мотивировать ребенка. То есть им, да. И в принципе, вот когда. То есть помощь окей, но она должна быть другой. Конечно, да. Конечно. Тут совсем ответственность, вот такая ответственность, детская ответственность, она именно идет в этом плане. То, что ребенок начинает развиваться, он начинает вместо того, чтобы просто смотреть ТикТок и листать его, да, он начинает учиться, он начинает изучать уже полезные программы, чтобы те программы, которые принесут ему пользу. Возможно, он изучает SMM-менеджмент, допустим, да, или он изучает какие-то IT-ресурсы, которые помогают ему программировать, то есть, и уже начинает такими мелкими шажками идти к тому, чтобы начинать зарабатывать самостоятельно, ведь дети у нас, вот, да, Илана. Да, тоже. Совершенно верно. Необходимо просто элементарно приучать труду, а труд у нас вознаграждается, и дети вот уже старшего возраста, они достаточно самостоятельно уже имеют какие-то разовые подработки, да, вот летом во время каникул они проработали в детском лагере вожатыми, да, вот получили заработную плату, они уже имеют свои личные деньги и могут уже потратить на какие-то свои определенные цели. Ну, то есть вот работая, вовлекаясь во все это, в семейный бюджет, они вот сами тоже начинают распоряжаться своими деньгами, заработанными честным трудом. Они начинают понимать в толк в деньгах, ведь наука о деньгах — это действительно
такая вещь, что просто вот в наше время надо с ним очень тесно дружить. И с каждым разом саморазвиваться. Мы сами волонтеры тоже саморазвиваемся. Мы тоже не стоим на одном месте, да, мы тоже этому учимся и потом уже несем это в массы. Поэтому необходимо просто вот овладевать хотя бы первоначально базовыми основами, азами, да, финансовой грамотности, вот уметь какие-то вот необходимые навыки, знания, компетенции, чтобы с каждым разом вот уровень поднимать. Да, в своем развитии. Ведь деньги, они всегда будут сопровождать человека в течение всей его жизни. Поэтому вот именно надо прививать науку о деньгах, а вообще вот о финансовом мире вот с малых лет. Но... И, конечно же, все это, да, зависит с учетом социального статуса, да, у всех доходы разные, профессии разные, то есть они должны уважать любую профессию, они не должны бояться работы, они должны вместе, вот как уже тут неоднократно говорили, участвовать в формировании семейного бюджета, в учете, в планировании своих личных финансов, что необходимо не только как бы зарабатывать, но и также делать сбережения, да, на какой-то черный день. Никто не застрахован, там кто-то заболеет, кто-то там потеряет работу, опять-таки, да, и это тоже сразу сказывается на общем бюджете. И тогда уже ребенок все это видя, он будет осознавать, он будет сам стараться, он будет сам где-то подрабатывать и так далее. Тем более сейчас студенты тоже, вот они не сидят на шее родителей, они по возможности тоже стараются подрабатывать. Но при этом, конечно же, не в ущерб своей учебе, поскольку они приходят в вуз, в колледж именно вот с одной целью — получить образовательную услугу. Ну и помимо этого, если это имеет возможность вот где-то подрабатывать. Нынешнее поколение, оно очень продвинутое, оно очень само уже в априори как-то вот стремится к этому развитию, стремится вот познать все новое, мир финансов, ну и вот к этому именно вообще и учит финансовой грамотности. Мы никак, вот волонтеры, да, если вот непосредственно рассказать немножко из нашей практики, мы очень дружно сотрудничаем с детскими садами, да, вот ходим активно, с нами вместе студенты вовлекаются в этот процесс, и для детей, конечно же, все это происходит в игровой форме, да, потому что они играючи, вот слушая сказки, да, на разные такие финансовые тематики, вовлекаются и потом обсуждают, что, о чем это была сказка, чему она учит, да, то есть вот, к примеру, мы... А что за сказки? Наши сказки... Мишкина копилка, все по плану, да. Мы знакомим детей об истории денег, что деньги не возникли просто так. То есть когда-то были просто такие какие-то определенные предметы, да, там ракушки, меха, зерно. То есть они обменивались на другие товары. Наши это сказки «Золотая они рыбка», уже соприкасаются пожелал, с историей. Потом вот Иван Дурак на печке, да, и всегда вот... Хочется в связи с этим как-то и Остап Бендер, да, как его забыть, что, может быть, просто коммуникации изучать и грамотно вести общение с людьми, и особо и работать не придется, потому что очень много раз сказали слово «должны», 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 «должны» дети. Ну, не знаю, насколько это к детям вот приемлемо это слово. Вряд ли они так сами согласятся, что не столько всего должны. Да, им это интересно. Вот когда мы начинаем рассказывать им, да, допустим, вот я тоже детям провожу уроки, и когда ты начинаешь им говорить о том, что деньги — это средство обмена, они сразу, у них совсем меняется все. Для них, для многих, даже взрослых людей, деньги — это богатство. А что такое богатство? Никто не может объяснить. Это просто богатство. Почему? Это просто много денег. Ну да. Это, ну, это дает, конечно, массу возможностей, скажем так, да? Вот. Но на самом деле-то деньги — это же средство обмена. Мы хотим, о чем-то мы мечтаем. Мы зарабатываем деньги и обмениваем деньги на свою мечту, условно. Вот на свои желания. Вот и все. То есть мы за деньги получаем еду, да? Вкусную еду иногда, иногда невкусную. Вот. За деньги, да, мы получаем там вещь какую-то, иногда красивую, иногда полезную. Но если мы нерационально подходим, допустим, к покупкам, да, то мы получаем и некачественную вещь часто, да. А если мы финансово неграмотны и не сохраняем чеки, мы уже не можем некачественную вещь, допустим, обменять и вернуть обратно свои кровно заработанные деньги.
А вообще вот сейчас в последнее время идет такой тренд, я тоже слежу за цифровыми ресурсами, очень много слушаю слушаю и читаю статьи очень умных людей, да, скажем так, которые тоже занимаются, работают в сфере финансового просвещения. И они говорят, чтобы люди задумывались все-таки о том, в первую очередь, что когда они зарабатывают деньги, они тратят свое время. И чтобы они, сколько вот, ну, ваши деньги, это вот ваше время. И поэтому люди просто должны задумываться тоже над такими вещами. Ну, казалось бы, это такие вещи, скажем так, риторические, да? Но с другой-то стороны, не надо гнаться за деньгами, а надо гнаться за тем, что вот за возможностями. Еще же есть вот такой вот тест, шарик, где в одной банке, да, и день проходит, и ты в другую банку перекладываешь, и ты видишь, сколько дней осталось у тебя в этом году, да, например, на что ты их потратишь. А наша молодежь, они очень рациональные, на самом деле, очень рациональные. Просто для кого-то, чтобы заработать вот эти деньги, там, не знаю, в шахте пахать, да, а для кого-то там Инстаграм сколько-то постиков там написать, да, и все равно энергозатратно по-разному. У нас остается третий блок. Мы сейчас на короткую рекламу уйдем и очень скоро вернемся, в котором мы снова продолжим говорить про финансовую грамотность. Я попрошу свою соведущую и гостю студии каких-то примеров нам побольше рассказать. И оставайтесь с нами и не теряйте нас. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир 320066 321166. Телефоны прямого эфира, по которым вы можете задать свои вопросы по теме финансы. Мы сегодня говорим об этом с моими гостями, соведущая Рита Якушева и преподаватель по финансам Айлана Осипова. Люди, которые знают, как разбогатеть, как быть богатым и знают, что такое богатство. Этому и обучают жители нашего города, нашей республики. Сегодня в условиях пандемии очное общение, конечно же, претерпевает у нас, вот редко мы встречаемся. Как вы сейчас обучаете тех, кто хочет финансовой грамотности поднатореть? И куда вы можете пригласить тех, кто живет в нашем городе, и тех, кто, возможно, сюда приезжает на какое-то время? Спасибо за вопрос. Да, наш колледж, реализуя проект повышения финансовой грамотности, она старается и продолжает активно вести свою работу, проводит различные мероприятия. И хочу сказать, что вот буквально в следующий месяц, а именно со 2 февраля, у нас начнутся очередные онлайн-уроки, но это уроки, которые организуют и проводят, ну, самый главный банк нашей страны, это Центральный банк России, да, и они как раз-таки организованы для детей школьного возраста, для студентов. Эти онлайн-уроки, они проходят в очень таком доступном, информативном, интерактивном материале, да, с такими живыми презентациями, ведут непосредственно ведущие лекторы региональных отделений Центрального банка, да, например, по Дальневосточному округу. И тут, ну, несложно, да, зарегистрироваться и прослушать эти онлайн-уроки. Это зум-площадка, и тогда для, не только да, для якутян. Это специальный сайт, необходимо для начала зарегистрироваться. Дни fg.ru, и есть там определенный календарь, есть время, есть разные тематические направления, да, по модулям финансовой грамотности. И ребенок не обязательно там, сидя в классе с учителем, он может, подстраиваясь под свое определенное свободное время, пройти регистрацию и в назначенное время прослушать ту тему, которая его интересует. Можно и сделать это общим классом. То есть со 2 февраля онлайн-уроки на сайте dnifg.ru. Это, вот. Это немножко закрытое такое мероприятие, или туда может подключиться абсолютно подключиться любой? Подключиться может не только обязательно там школьник, это любой желающий, который хочет повысить свою финансовую грамотность. Да, да, там есть обратная связь, там приводятся живые примеры, и там совершенно разные темы, да, как инвестировать свои свободные деньги, как страховать недвижимость. Расскажите, да, какие-нибудь живые примеры, которые вот, например, я расскажу, помогут. Да. Допустим, вот на сайте ДНИФГ есть конкретно разделенные темы, то есть там ребенок может найти сразу несколько тем. Это как управлять личными деньгами, как обезопасить себя от финансовых мошенников и в целом повысить свой уровень финансовой грамотности именно по инвестициям, по вообще
в общем, по финансам и так далее. Но для пенсионеров есть еще и отдельный сайт, там Пенсион ФГ называется, он тоже отдельный сайт. Вот. Но на этом сайте еще Дни ФГ есть такой раздел «Грамотный инвестор» называется, где как раз инвестиционные советники, да, и вообще в целом дана информация по инвестициям в очень доступной форме. Потому что все-таки у нас регулятор в сфере инвестирования тоже является, регулятором является Центральный банк Российской Федерации. И все инвестиционные советники, которые могут преподавать инвестиционную грамотность, скажем так, да, и могут давать какие-то рекомендации в сфере инвестиций, они как раз тоже получают разрешение в Центральном банке. То есть остальные люди, которые преподают инвестиционную грамотность или и рекомендуют какие-либо инвестиционные продукты, они просто, ну, и не имея лицензии от разрешения специального от Банка России, то есть они делают это нелегально. А вот уроки для пенсионеров, чему вы там интересно, вы учите людей, которые уже... Вообще у нас у нас идет, да, согласно стратегии, у нас идет определенный набор тем. Это управление кредитной нагрузкой, это управление личными финансами, да, финансовое планирование, это основы финансовой безопасности и страховая и налоговая грамотность. Вот такие вот моменты. Вот это основные моменты, которые человек должен знать базово. Вот. Расскажите, как пенсионеру прожить на пенсию, которая, например, не работает? Ну, вот какой, например, совет? Как правильно? Там же пенсия очень маленькая. Сколько у нас сейчас пенсия? Ну, 20 с чем-то, да? По республике чуть больше пенсия идет, да. Ну, там еще кроме пенсионных выплат, еще у пенсионеров очень много дополнительных субсидий и так далее. То есть пенсионеры у нас освобождены от налоговых, от налогов полностью, скажем так, да. Вот. И получается, что пенсионеры у нас, ну, такие, скажем так, более социально защищенные в этом плане от дополнительных расходов, да, те, которые мы несем с вами, да, которые являются для нас обязательными. Даже коммунальные услуги, оплата коммунальных услуг. То есть они субсидируются государством. То есть пенсионеры получают скидку. Да, неработающие, такого, которые. Да. Или проживающие, да, которые. Плюсы идут, да, плюсы одни. Им идут оплата проезда полностью. Вот, то есть им компенсируется оплата проезда и так далее. И за счет этого, ну, скажем так, если. Ну, я не скажу, что просто жить на пенсию, да, я скажу, что, конечно, можно жить, но можно очень экономно, вот, но прожить, пенсионеры, в принципе, надо можно. Вспомнить о том, что это люди преклонного возраста, зачастую, да, у которых нужны постоянные препараты, то есть, да, там большая сумма. Но здесь сумма вот как раз, ну, пригодится вот эта финансовая грамотность именно в том, что если пенсионер тратит на проезд, допустим, он должен знать, что у него есть бесплатный проезд. Если он тратит деньги, допустим, на оплату коммунальных услуг или платит какой-то налог, вот, то он может сходить в налоговую или зайти на сайт налоговой и уточнить. Что, у пенсионеров возможно... бесплатный проезд? Да. Да? В общественном транспорте, плюс у них есть проезд до места отдыха, там, по России, допустим, из Якутии. Ну, на примере моей мамы я говорю, там что у меня мама... Там ниже цена, но не бесплатная. Она бесплатная. То есть она бесплатно может уехать отсюда, из Якутска, там, на самолете, на любом транспорте. То есть она может доехать до Москвы, там, неважно куда. Бесплатно. Ей компенсируют. От, да, жизни. Вот. Я думала, что это просто субсидированные билеты, но не бесплатные. Нет, это бесплатно. Есть бесплатный проезд. Раз в 2 года. Но это, наверное, какие-то льготы все равно у человека есть, кроме пенсии. Это пенсионер, не работающий пенсионер. Может, ветеран труда там, или еще что-то? Ну, да, нет, это для всех пенсионеров. Просто, да? Да, нужно. Поэтому мы говорим о финансовой грамотности, о том, что как человек, когда человек начинает считать деньги, он начинает искать выход и начинает изучать ту базу, которая есть. И вот Айлана Анатольевна сейчас расскажет, как вообще в целом можно, ну, помочь, какие есть ресурсы, да, вот сейчас у нас будет набор. Да, я поняла. Вот как раз тоже с февраля у нас начнутся очередные курсы для именно педагогов, да, то есть сейчас речь уже зайдет о региональном методическом центре, который тоже был создан на базе нашего колледжа, и преподаватели колледжа, они вначале прошли сами обучение, это уже в вышестоящем федеральном методическом центре в городе Москва, в Высшей школе экономики, и после
после этого уже начали мы, получая квоту, да, обучать педагогов. А педагоги, в свою очередь, получив необходимые знания, они уже обучают своих обучающихся. Допустим, если немножко вспомнить статистику, то в 2021 прошедшем году мы обучили всего 435 педагогов. В этом году для нас стоит квота обучить педагогов в количестве 410 человек. И вот, пользуясь случаем, я бы хотела сейчас обратиться к педагогам, к учителям, чтобы они активно, значит, прошли наши курсы, именно курсы по повышению финансовой грамотности, содержательную часть и методические, да, вот аспекты, как правильно обучать школьников, в том числе студентов, основам финансовой грамотности. Там есть определенная программа, модули. И впоследствии прохождения полного обучения по данным курсам они получают сертификат. В конце они, естественно, защищают свой проект. Лучшие проекты, они будут включены в список лучших практик и будут выставлены на сайте в Федеральном методическом центре. Так что будьте активны, мы вас ждем, мы вообще для вас открыты. И продолжая вот именно озвучивание, ну вот какие еще у нас ждут, да, вот в будущем мероприятия по финансовой грамотности, хотелось бы остановиться на том, что в апреле месяце мы проведем уже в очередной раз, да, то есть это уже не первый раз, это наша добрая традиция, это причем один из самых значимых и сильных проектов, коим, ну, мы просто гордимся. Да, да, да. Это наше детище. Проект «Семья. Инвестиции в будущее». Для этого была создана площадка, да, и, имея доступ к интернету, тоже любой гражданин, причем не только вот нашего региона, да, даже и из других регионов по всей России, они могут вовлекаться, они могут вот как раз-таки принять активное участие, прогуляться по нашим локациям, слушать ведущих лекторов, да, из финансовой сферы, ну и вообще получить все ответы на интересующие вопросы. Это сильный проект, и онлайн-фестиваль. Тоже ждем, призываем активного участия всех-всех. Да, Финфест ЕКТ – это сайт, finfest.ekt.ru – это сайт онлайн-фестиваля, и там как раз вот все прошлые мероприятия, они как раз сохранены, туда можно зайти, посмотреть видеолекции, посмотреть вообще в целом информацию, которая там есть. Мы всегда рекомендуем читать книги по финансовой грамотности. И причем вы какие-то рекомендуете такие вот журналы или книги, которые можно найти легко в интернете, конечно, в доступе? Да. Конечно. И там как раз есть подборка. И мы еще очень плотно сотрудничаем с библиотеками, и библиотеки уже сами составляют целые подборки и уже предлагают своим читателям. Поэтому ходите в библиотеки и в филиальную сеть Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия и в централизованную систему, библиотечную систему города Якутска. То есть все библиотеки буквально заинтересованы в продвижении финансовой грамотности, поддерживают нас в этом. И мы ему очень благодарны за это. Благодарны смарт-библиотеке. Я лично благодарна, да, за знакомство с вами, Розалии Борисовой, Ксенофонтовой. Да. И очень рада, что есть на сегодня вот такая информация для тех, кто хочет ее узнать. Хотя я не знаю, кто сейчас ходит в библиотеки, но если есть такие люди, то хорошо. Всем слушателям и зрителям спасибо за внимание. Гостей благодарю за то, что вы нашли время сегодня быть в нашей студии. Всем хорошего дня, ну и финансовой грамотности, успехов